Это не рука у меня маленькая. Это огромный кидр Денис. Подробное описание рецептяра в Инстаграм. Пятюня стрёмных яйцарей. Перебешиваем их. 150 г сахарюги. И избиваем. Избивать придется долго. Поэтому, чтобы как-то успокоиться, можно еще чем-нибудь заняться. Походу, не вариант. Короче, избили до такой поганой консистенции. Отвратная мукарь, какова, страхмал. Неистовая мешанина. Сыпаем убогой жижи по первое число и перемешиваем снизу вверх. Делаем немецкую кепку. То есть английские шорты. Короче, французскую рубашку. Наваливаем. И делаем жижетрясение. Ну, чтоб воздух вышел. Чё стоишь? Запухайся, ушлёпина. Мутим сиропню. Ванет, то есть вода. Сахарня. С помощью ненависти кипятим. И творилин на кончике ножа. Ой, посмотрите, кто запукся. Остывай. Делаем хрем. Тревожный сыр, сливаки, ваняльный сахар. Сахарная пыдра. Избивание. Жесточайшим образом откромсаем все лишнее. Распополамим с ненавистью. Ну что, бисквиты, теперь мы квиты. Ха. Отчаянные сиропные втирания на одну часть бисквита. Хрема у нас до хрема, поэтому вываливаем весь и разравниваем. Жахаем вторую часть, слегка со всей дури приминаем. Немного отвратной боковистой мазанины. Сиропные втирания и в холодос. Осталось сделать мраз. Лайки.